Раз, два, три! Ура! В торжественной обстановке жителям домов номер 11 и 15 на Школьной улице в Нахабино вернули их обновленную придомовую территорию. Комплексное благоустройство оценили и взрослые, и дети. Каждый день смотрел, как строили эту площадку. Было очень интересно. Асфальтировали. Молодцы. Очень быстро и качественно все делали. Вообще замечаний нет. Детскую площадку в день открытия на прочность проверяли сразу несколько десятков малышей. В игровой зоне обновили резиновое покрытие, отремонтировали старые любимые аттракционы и дополнили ее 6 новыми. Площадка в размерах немножко увеличилась. По желанию жителей вынесли отдельно песочный дворик с резинового покрытия для удобства уборки и более эстетического вида. В ходе комплексного благоустройства были установлены новые скамейки и урны, 8 светодиодных фонарей и камеры видеонаблюдения. Последние, по словам подрядчика, подключены к системе «Безопасный регион». Также во дворе на Школьной улице был заменен асфальт в проездах и на пешеходных дорожках. Покрытие обновили на площади в 2000 квадратных метров.